В этом видео. Там кактус. Куда это все надевать? Я первый раз такую посылку вижу. Всем хай! Приветствую вас в моем новом будуаре императрицы. Ну ладно, на самом деле он не новый, это из прошлого видео, моя новая хата, кастом снимали. Я организовала себе вторую квартиру, потому что я развелась, но это как бы база. И с этого момента я, как истинная разведенка, хочу, чтобы у меня вся одежда была более фэнси, S-E-K-S-E-I, да. Поэтому заказала себе новые одежды. Да ведь хватит появляться на заднем фоне. Ты портишь всю атмосферу. Ну, типа, мой бывший муж, Давид, он будет оценивать разводные костюмы. Оцениваем костюмы разведенки. Да, мы не развелись, ну, как обычно, все уверены, что мы развелись. В общем, разводный Алиэкспресс. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и тык. Это как бы призыв к подписке. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что мне пришло. Я так долго ждала эту посылку, это просто пипец. По-моему, там должно быть что-то по бензопиле. Страшно. Я вижу что-то розовое. Что это? Я не помню. Вау, это розовые джинсы с какой-то штукой. Куда ее девать? Я не понимаю. Но цвет, ребята, посмотрите, какой у них офигенный цвет. У меня опять разные волосы, но вы уже привыкли. Еще мне пришел вот такой вот топ, но очевидно, что с ним что-то не так. Я очень долго думала, а что, собственно, не так, ну, кроме того, что примерно как бы все. А потом я поняла, что эти булавки вот так вот не должны висеть. Ну, знаете, когда ты особо умный, как бы думаешь, что, наверное, так задумано, но так не задумано. Перед тем, как это примерить, придется делать микрокастом. Что-то вроде бы сделала, а что-то вроде бы не сделала. Ну ладно, давайте мерить его всем остальным. Всем привет! Я надеваю свои джинсики. Давид, пока не смотри на них, не смотри, Давид, хватит смотреть. Вот такие вот у меня джинсы. И вот это вот топ. Я хочу сказать, что мне безумно нравится этот комплект. Мне кажется, это одна из немногих вещей с Алика, которую я не... Потому что, ну, как бы хай, даже они мне по размеру сели. Единственное, что вот эта вот штука по задумке должна была как бы оттягивать мою талию, мой живот, но она мне очень велика. Я могу использовать ее как хранение для руки. Да ведь ты же такой серьезный. А что у нас, это новые джинсики, да? Или тебе тоже новые? Ну, все новое, да, ты такой невнимательный. Ты что, не видел меня в этой одежде? Мне кажется, топ я видел где-то, нет? У меня такой черный, а не розовый. А, точно. Ну, кстати, джинсы... Я вообще не такое тебе собрала, это была проверка. Не, я точно, у тебя есть топ с булавками, 100%. У меня много вещей с булавками, но он не такой же, я собрала тебе специально. Значит, я так подумал. Да ты специально тебе собрала, а я что говорю, что я уверен, что я знаю, что я видел. Я говорю, мне кажется. Но джинсы классные, мне нравятся. Вот этот вот, что, в коротком поводке держать? Фон! И тебе что, собака? Оценивай это на 10. 8. Давид, скажи, гав. А что-то они тебе это длинные какие-то, нет? Да, я просто мелкая. А, вот. Жопу вернись. Итак, а теперь лучшая вещь. Будут оценивать ее сразу 3 человека. Я, Каролина и Давид. Оценивай, пожалуйста, эту потрясающую футболку с почтой. Я даже не хочу ее надевать и бросать. Нет, ну как бы за почту как бы десятка. Но вычитаем баллы. Подожди, за... стой. Что? У меня была мысль, да я сейчас потеряю. Давид, ты сказал, за почту десятка, а если бы так? Нет, ну, от этого все равно десятка, но он, конечно, лучше. Держи. Ну, короче, если бы она бы не была бы качественной, а если бы говна и палок, то было бы вообще бог. Что это, за водка? Почему она грязная такая? Это что? Мне кажется, что норм качественная. Качество в этом и проблема, что оно реально нормальное. Оно хлопковое, но вот это... Да. Я вспомнила старый мем. Шанель versus Оберлин. Нет. Что ты сказала? Кушай, ты чё, Лиса, с ума? Нет, Шанель versus Walmart, а Шанель Оберлин, ты инфамилия. Волка... Говно. А ты сколько поставил? Я изначально поставил 10, а потом 10 отнял. Так, мы чнули. Кем работать? Математика? Знаете, пакетики за H&M. Только рукой осторожно. Там кактус. Почему я делаю обзор? Ага, он знатный. Да, он реально колючий кактус. Придумай название этому кактусу. Это вот Гаара, конечно же. Конечно, это Гаара. Это же Гаара фанючит по кактусам. Блин, он такой прям настоящий, да? Прям остренький. И тогда их взгляды впервые пересеклись. Да, нет, это настоящий. Можешь мягко, спокойно его трогать.
Он острый, круто. А это ядовитый коксус или это обычный? Ядовит, конечно. Зачем тебе это дала? Класс. Каролин, признайся, ты купила этот каксус, потому что его надо поливать раз в 3 недели. Да. Его раз в 3 недели надо поливать, я не шарю за кактусы. Да, типа они сохнут. Знаешь шутку, типа сохнут кому-то как кактус. Нет, ну теперь, наверное, да. У кого есть кактус, ребят? Как вы ухаживаете за кактусами? Потому что, мне кажется, она меня обманывает, а гуглить мне слишком лень. Нет, его правда надо раз в 3 недели поливать, иначе не засохнет и умрет. А все называют свои кактусы какими-то именами или только мы? Конечно, все. А как ваши кактусы зовут? Я теперь тоже кактус хочу. Мы возьмем кактус за Эвил 3D. Интересно, какая будет реакция эпиков на кактус? Офигеть, вы видели, какие у него этот прям... Видно, что шипчики, они состоят из каких-то мелких деталей. В нашей жизни каждый должен найти человека, который будет смотреть на вас так же, как Давид смотрит на кактус. Что хочу? Дополнительный контент, это каст для кактуса. Мина, да, все, кактус есть. Класс? Лайк. А еще это не в тему этого видео, но я просто очень хочу показать вам вот такой вот череп. Это сумка. Максимально профессионально. Каролина сказала, что такую сумку видела на Алике, поэтому я думаю, что она будет в тему. Но в этой сумке в любом случае мне приехала раз ссылка от Beauty Bomb. Буду делать макияж этой косметикой, тестировать ее. Там прям очень много, но это все я выложу в ВК-клипы. Да, я теперь там в основном обитаю. В ВК и в телеге. Кстати, в ВК мы постоянно выкладываем фотографии моих подписчиц, чтобы другие ребята, которые тоже подписчики, могли оценить их макияж и дать какие-то советы. А еще у меня много косплееров. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам кто-то посоветовал по макияжу какие-то штуки, то, ну, ВК. Вторая посылка. Боже, у меня появилась фобия открыть этих посылок после того, как я несколько вообще испортила. Я не ранилась. Это что? Ребята, это, кажется, красная жидкость, которая есть у каждого из нас. Вы же понимаете, о чем я? Что это? Страшно, ну все в этом. Я первый раз такую посылку вижу, это реально кринж. Я надеюсь, я не увижу там ничего серьезного. Очень страшно. Наверное, это мерч по пиле, тогда это все объясняет. Ой, ну подождите. А тут какой-то контент происходит интересный. Какие джинсы? Я прощаю то, что там все было в красной жидкости, которая у каждого из нас есть. Джинсы-то офигенные. Ой, ребятки, я не верю, что уже начало весны. Сегодня у меня настроение такое вот хорошее. Цветочки у меня есть. Красиво стоят на столе. А знаете, что еще такое же потрясающе красивое и приятное? Дебетовая карта Тинькофф Блэк, похожими цветами вот в таком вот ярком дизайне. Вы получите не только эту карту в лимитированном дизайне, но и возможность начать экономить на своих покупках. Ну и самой себе потом там, знаете, и цветы, и конфетки, и сумки покупать. Ну или даме своей. Ты своей даме уже, кстати, цветы купил к началу весны? Ладно, сейчас я расскажу, почему вам нужна эта карта. Также расскажу вам о ее преимуществах, ну, кроме визуальных. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка на покупки у партнеров. Кстати говоря, их список постоянно обновляется. Доход до 6% годовых. На остаток по карте по подписке Тинькофф Про. Удобное приложение, через которое можно в несколько кликов записаться в салон красоты. Ну или там купить билеты в театр, в кино, например. С кэшбэком до 30%. Кэшбэк приходит рублями ежемесячно. Еще доступны бесплатные переводы. Кстати говоря, даже на карты из других банков через СБП. Ну и снятие наличных без комиссии. Переходи по ссылочке в описании, чтобы оформить себе дебетовую карту Тинькофф Блэк в лимитированном дизайне. И получай кэшбэки за свои покупки. Я не смотрю. Я, значит, купила себе вот такой вот худак с вакиумом. Кстати, дорого стоил. По отзывам 5 звезд. Как видишь, ему очень нехорошо. Он само количество вот этой штуки потрогай, оно просто отвратительное. Я так разочарована. 100% этот синтетика. Знаешь, как мне неприятно стоять? Я представляю, да. Она прям отвратительная. Я только надела, мне уже жарко, неприятно, и хочется снять. Макима бы такое не надевала. Какого хрена вообще кто-то решил, что Макима в таком говне ходила? Между прочим, 1500 стоило. Надо было покупать Power. У меня есть рожки в Power. Так, внезапно тут оказалось, что у нас пришел заказ на кастомные рожки для Power. Дай мне мои рога. Чуя! Ох, как хочу я! Так, это Power? Чую! Я смотрю, как ты игнорируешь просто меня. Да. Ну, они, кстати, клевые, они прям вообще... Они, короче, прикол в том, что сначала ты снимаешь эти рога, надеваешь парик, и типа они будто, ну, из головы растут. Снимаются? Все. Офигеть! Они стоили 600 рублей всего. Да ладно. Вот за это можно поставить 5 звезд. Я предпочитаю говно смывать лишь иногда. Чё?
фразы из аниме и из манги. Когда он сидел на туалете, была в куче говне, я такая, я предпочитаю снимать говно. В туалете я запомнил только одну сцену, другую. Ты невнимательно смотрел. Просто кому-то говно запоминается, а кому-то... Ну, каждому свое, я даже не знаю, что лучше. Да, угадайте, какую сцену запомнил Давид. Угадайте и скажите, за кого вы. За говно! Тут еще, короче, проблема, в общем, была не только лишь вот в этом, но также лишь вот в том. Там написано Black Fairy? Нет, проблема не в этом, проблема вот в этом. Они велики, блин, они, наверное, на тебя вообще. Я так ждала эти джинсы, я ждала их больше всего, я так разочарована. Они очень большие, но они мне так нравятся, они такие крутые. Почему мне какое-то говно приходит? Почему? Почему? Я ненавижу это говно. Я предпочитаю его снимать, пишу на гад! Снимаю, что на их надену. Давид идет переодеваться. Я тоже пойду переодеваться. Кстати, ребят, в последнее время я вижу, что на Ютубе очень популярны стайли темы с проверкой одежды с Wildberries. Поэтому я потом решила, что я тоже хочу проверить одежду с Wildberries. Я снимала видео с макияжем, но с одеждой еще нет. Поэтому ставьте на этот канал лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал, туда кидайте артикул вещей, которые вы бы хотели, чтобы я проверила. И я сниму целое видео с проверкой одежды с Wildberries. Так что подписывайтесь на мой телегу и вот прям туда присылайте артикул, вот под этот пост. Я не понимаю, я заказывала кучу всего по бензопиле, где хоть что-то из бензопилы? Я прям много всего заказала. Кстати, кто ваш краш оттуда? Мне нравится Денджи. Это топ-10 неожиданных пранков из аниме, да, мне действительно нравится Денджи. По-моему, никому кроме меня не нравится. Все это Маки, Пауэр, Аки, Денджи. Вот он классный, его мотивация мне очень близка. Нет, ну да. Не знаю. Пожалуйста, будь там хоть что-нибудь с Денджи. Так, а видишь, что-то оранжевое, подождите. Ну раз оранжевое, то возможно что-то и будет правильное. Нет, это не оранжевое, это обычный развод. Там что-то розовое. Что со мной было, когда я заказывала что-то розовое? А. Понюхай. Воняют. Ужасно воняют, пипец. Они такие огромные, прямо они просвечивают. Ребят, видите, что они просвечивают? Знаете, на что это похоже? На что? Не знаю. Пока я переодевалась, Давид пошел мерить штаны. Единственное, эско достигнуть. Потому что эско или даже эксэско. Но слушай, в ногах прям секси. Осталось похудеть в животе, я буду носить. А что-то мне написано на жопе. Ну да, маловато, конечно. Нет, они в ногах отлично везде. Проблема только, слушай, я не могу это достигнуть. Тебя, у тебя трусы с паровозик? Синий трактор. Ой, то есть говорим про телевизор. В случае, пока Давид там справляется от греха со своими труселями, демонстрирую вам очередные штаны, и я не понимаю. Почему принт там? По идее, наверное, он должен быть вот так. Но если он должен быть вот так, то он должен быть вот так. Да, но почему, блин, принт так расположен? Ну, типа... Ну, конечно, у вас мне там. Мне еще нравится, что здесь просто... Они типа тут принт не напечатали, но ладно, в целом проблема даже не в принте. Мне кажется, просто они похожи на джинсы, которые для Тори Фокс сделались. Блин, нужен картофель срочно. Тори Фокс мой любимый тиктокер, никому нельзя обижать Тори Фокс. Не иронично. Давай запишем тренд Тори Фокс, у нее же есть тренд Чикорико. Итак, важно, очень важно. Тренд Тори Фокс и Чикорико в исполнении Лисы Авеми. Кстати, совсем скоро у нас стори будет коллаб на моем канале, так что напишите в комментариях, какое видео нам снять. Блин, на самом деле меня так сильно бесит, я не знаю, может быть кто-то мне может объяснить, хотя, наверное, никто не может, потому что я сама не верю, что этому есть объяснение. Расскажите мне, пожалуйста, почему примерно со второго видео на моем канале, то есть года так с 16-го, все неиронично, абсолютно на 100% уверены, что я каждую неделю примерно развожусь. В любой непонятной ситуации я развожусь. Объясните, что у вас за фиксация на разводе? В вашей вселенной типа не существует как бы людей, которые не разводятся, или почему кто-то вообще должен разводиться, и почему кому-то вообще это есть дело? Я не понимаю, объясните. Это не наезд, я не понимаю. Помогите понять. Мы вместе уже 12 лет. Да, с чего нам разводиться, это вообще кайда. Мне было 7 лет, когда вы стали парой. Ужасно. Мне плохо. Представляешь, ей было 7 лет, а мы уже с тобой... Да мы с тобой развелись уже давно, ну шо ты. Это невероятно. Я уже, если честно, посмотрела на эту вещицу, но покажу ее и вам.
Понимаете, да? Ну, она такая была, конечно, девчонка-то профессиональная. Понимаете, да, что за комплекты пошли тут? Я не знаю, что она была, когда я это покупала, но давайте, в общем-то, посмотрим. К этому шли вот такие вот, ага. Ну, вы понимаете, что это. Вы же понимаете, что это. К ним шли вот такие вот, ага. Посмотрите, какая. Выглядит это очень дорого. А давайте теперь посмотрим на теле. А это должно было быть очень красиво вообще-то. На фотографии это выглядело прям просто вообще мега круто, но я не поняла, как это одевать от слова вообще. Я торчала минут 15 просто с каким-то попыткой понять, как это надевать, но я не знаю, я даже не помню, как это выглядело на Алике. Как вы могли заметить, мне не пришел топик от комплекта. Развод теперь и тут развод. Я надела это как-то так. Она, конечно, не была стримершей, но выглядела как стримерша. Так, Давид, оценивай. Я думал сказать только один, я смотрела сзади и видела. Лиса, лучше задом к камере не поворачиваться. Да. Вот я сам уже поторчу. Вообще-то здесь специальные вот такие вот шорт-трусы. Я вижу. О, и смотри. За дизайн и продуманность образа я ставлю 10. Что тебе именно здесь понравилось? Да ты не скромничай. Мне понравилось... сочетание сердечек и крестов. Так готично. Да, это с любовью. Мне нравятся вот эти подвязочки. Ценим подвязочки. Ну и вид сзади тоже хорош, но это вы не оцените. 146 баллов, я поднимаю ставки. Мои ставки растут. Короче, в монтаже она прыгает, и тут день, короче, падает. Так, важный алиэкспрессовский акушерский вопрос. Ты сделай бишет русалку, волосами взмахни. Вы вообще носите одежду с Алика, потому что я, да, эти шорты, ой, эти брюки, я куда только не носила. На пляжный отдых и забирала, и на городской, и в какие-то элитные места, типа. Я, кстати говоря, не ношу одежду с Алика, но за деньги, да. Ты что продвигаешь от других исполнителей, я не поняла. Мой новый трек выйдет 17 февраля, в день моего рождения, давайте, вот, знаете, эту информацию. Если что, то трек Лисы бесит уже на всех площадках. Это просто была все, что я хочу сказать. Это была подставочка. Красный трактор. Красный трактор. Красный трактор. Все, это конец, развод. Сейчас мне без шуток представить самый сложный квест, потому что мне одновременно со всем вот этим пришел костюм на Дахию с Алика. Мы с Каролиной уже пробовали его на днях пытаться надеть, но мы не смогли его надеть, потому что там очень запаренная какая-то тема. Так что сейчас будет попытка номер миллион, попытки надеть вот этот костюм. Тут очень много деталей, но я думаю, что можно приступить с шортом. Я поняла, тут уже проблема. Что-то получилось как будто бы. Спойлер, нет. Теперь это куда? Куда это должно идти? Вокруг талии? Господи, как там у нее? Какой сложный костюм. А это что? Кнопки, конечно, от бога. От бога говно кнопок. Это есть. Это у нее как-то на жопу повисивает. Как-то вот так вот. Дальше что? На ножник. Только сзади. На ножник крутой. Смотри, какой классный ножник. О, блин, это страшно выглядит. Это топ. Как мне его надевать? Не, ну да, в костюм Павра, конечно, самое то. Господи, все вообще перепуталось, это не так должно быть. Я теперь в абсолютном ужасе понимании, почему в тот раз мы не справились. Да потому что тут не справиться. Я не знаю, что это, куда это все надевать. Тут какой-то намек на лифак, но как этот лифак надевать? Что это вообще на спине? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Так, спокойно, мы справимся. Что мы лифы не умеем надевать? Все не с такими вещами справлялись. Тут, понимаете, еще вот столько вещей. Вот столько. Вот эта вот фольга-то уже отлепляется. Вот это я понимаю качество. Это было близко, но это явно не то. Теперь с этим проблема, а сейчас что не так? Я не понимаю, что это такое. Куда это девать? Явно так нет. Не прошло и 10 миллионов лет. Оп, фига, пресс. Накачалась. Достаем. Мне страшно. Это лев, застегнули. Полезли. Жесть. Что это? Господи, прости меня. Ладно, нас не тает. Смотрите, какие крутые серьги. Круто же. Кто придумал этот костюм и зачем? Сложнее костюм я в жизни не надевала, я ему отвечаю, просто не одевала. Минут 15 или 20 надевала. Сколько? Жесть. Оцениваем. Но он боже мой. Максимально крутой. Че из твоей фигуры это вообще? Я сдолбалась его надевать. Я стала воителем, пока надевала этот костюм. Смотри, ты с такой довольное лицо. Ну просто это мой любимый персонаж в Геншине, в принципе. И да? Да, и типа на Лисе это еще выглядит просто охерительно.
Психо-кидс. Глаз боку очень класс такой даже. Ну, ничего а такой. Тут костюм, конечно, уже немножко подумирает. Будем пробовать надеть парик или нет? Конечно, будем. Мне жаль, ладно, пойдемте. Опять мы все засрали. Позвольте принять дары. Красивая женщина, спасибо за примагемы. Спасибо, красивая женщина. Так, ладно. Я твой парень. Ты моя консерва? Значит, оцениваем парик. Ох, я надеюсь, он живой, здоровый. Ну, он, конечно, такой. Профессиональный с ушами, из волос, кстати говоря. Это не ушки отдельно, это из волос прям слепленные уши. С моими длинными сейчас волосами это, конечно, очень большая проблема будет. Потому что у меня волосы мало того, что большие, объемные, еще с этими лентами, капсулами, всеми делами. Даже шапкой уже возникли какие-то проблемы. Блин, я, кстати, тебя ни разу не видела в шатенке, поэтому мне интересно даже. Я сама себя, по-моему, ни разу не видела в шатенке. Короче, с такими волосами это косплей явно чисто там максимум дома посидеть. Как тебя надевать? Видимо, да, но будет должен тебя особо нарастить. Половой шарик и крепления я здесь не вижу. Она застряла в моих волосах. У вас сзади что-то торчит. Это нереально с этими волосами, я не отвечаю, просто это шлейф. Еще одна причина — не любить длинные волосы. Давай, давай, ты наденешь, что тут не так много волос. Чаще, что у тебя просто большая голова. Не, подожди, подожди. Да, мне жаль. Пипец. Без шапочки, просто на длинные распущенные волосы назад. И, кстати, реально очень красиво. Так, еще здесь было две вот такие вот штуки. Очень крутая цепка. Я уже розовую такой надела на свои джинсы. Теперь я взяла такую же здесь на оранжевую, но явно она не отсюда. А, девчонка. Вот такая вот цепь. Мне очень нравится. У меня еще вот такие вот серьги. Это какой-то корейский бренд. Честно говоря, я думала, что они будут выглядеть немножечко иначе в жизни. Я думала, что они будут меньше, ну, раз так три. Я думала, они маленькие. Но, кстати, по качеству качественно. Ой, смотри, еще с другой стороны. Да. Ужасно, Давид, не завидуй. Вот. Красивочно. Давид, да хватит, сколько можно. Хорошо, что у меня три дырки. Так мы и живем. В общем, ребятки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой ютуб-канал, а в телеграме Давид выложит фото своих трусов, если вы подпишетесь. А меня спросить вообще можно? Нет. Давай, снимай штаны.